Привет, друзья! Непотопляемые лодки получила российская армия. Всего пока передано 40 штук. На видео вы можете увидеть, как военные испытывают лодку ростовских конструкторов из Кулибин-клуб. Лодки устойчивы к поражению из стрелкового оружия и сбросу с дронов боеприпасов. Лодка рассчитана для десантирования на необорудованный берег и эксплуатацию в тяжелых погодных условиях. Лодку можно использовать с высотой волны до 2 метров при удалении от берега не более 12 морских миль. Вес лодки в полной комплектации 520 кг. Грузоподъемность до 892 кг. Мощность мотора лодки 130 лошадиных сил. За счет того, что лодка заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально такой, чтобы не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Полиэтилен низкого давления, из которого изготовлена лодка, высокопрочный упругий материал. Все отверстия и пробоины в нем можно легко ремонтировать прямо на месте. Днище лодки разделено на секции. Каждый отсек – это герметичное пространство, поэтому вода при пробоине не занимает все пространство, и плавсредство не затонет и не потеряет ход. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.